Куда идем мы с пятачком? Пятачок не знает. Пока еще. Так всегда. Ладно, на самом деле мы идем в очень дешевый магазин с продуктами, в котором можно 2 раза дешевле скупиться, чем обычно. Серьезно? Норико, по крайней мере, так сказала. Сейчас мы это проверим. Если мы его, конечно, найдем. Потому что должны. Мы идем, вот просто идем. Если мы на него наткнемся, это будет. Мы не поздоровались. Всем привет. Здрасте. Здоровайся. Там вон цветочки, видишь? И птички. Оп, это вообще классное место. И речка там вон. Оп-оп. И домики традиционные. Оп-оп. И домики традиционные. Где? Ну так, оборудовано. Что-то оно не очень традиционно. Яна, ты что-то попутала. О, класс. Давай загорать. Давай проверим, теплая ли вода. Я думаю, что в реке не очень. Теплая, охренеть. Я в такой поплавала. Надо на море срочно. Аня, на море срочно. Поехали. Найти, где мы? Мы сейчас придем, вон та штука, помнишь? Знаешь, что я хочу сказать? Это не город, это лабиринт, здесь невозможно. Тут все квадратами, все улицы просто квадратами. И ориентироваться только река, да, и мы между двух рек. Значит, там, он где-то вот тут. О чем ты, женщина? Стоп, там костел. Зеленый, пойдем, какой стоп. Это корейское кафе, и это уже второе кафе. В Японии закрыто. Это нас оттуда просто послали, мягко говоря. Ну как, потому мягко что я говоря. Прихожу. И главное, нет, мы закрыты. Корейское кафе, и не говорят по-корейски. Вот объясните, написано кода. И меню все, даже на английском нет, не говоря про корейский. Корейское кафе без корейского меню. Мы потерялись. Опять. Снова. Но мы вот тут. А дом наш? Тут. Вот тут. Это мы столько прошли пешком. Подожди, а вот тут мы были на прошлом видео в офисе. И вот тут я вам показывала реку. И вот это вот я тоже вам подожди, показывала. Подожди, река, точно. А вот тут мы поедем с Яной на каких-нибудь выходных вам показать. Это самый главный дворец Сакаямский. Замок. Это замок? Единственный, не основной. Это похоже на замок? Это замок. Такой пушистый, как кот. Курочка. Курочка. А? Ты разговариваешь? Да. Самая нормальная еда. А, тут фанта классная есть. Не знаю, правда, сколько стоит. Обычная $1. А такая, не знаю. Закупились. Куда теперь идем мы с пятачком? На работу. Все, время. На работу. Пора работать. Сегодня у нас с 4 до 12. Ну, с 4 вечера, естественно, до 12 ночи. Вот это наш клуб. А это там мы. Дверь открывается. Открывается. Да, вон там вон стоят мои клавиши. О, как. Все, наверное. На этом я видео и закончу. На сегодня. Может быть, потом чуть поснимаю еще.